такой и бегала следом. Маленький совсем, такой лет 5 запомнила, вот такой совсем ребенок еще. Родители что делали в это время? А фиг их знает, что они делали. Я родителей вообще не запомнил. Детей помню кучу, какие-то младше меня, старше меня. По-моему, семья одна, потому что мы как вместе вот на полу так спали много-много. Нас там человек 6 или 7 было. Я от них убегала постоянно. Надо собираться в кучку. Правда, сейчас картинки такие, знаешь, вот подгружаются, подгружаются. Ну, там картинки детские, но детство, считай же. Это, ну, новая планета и, да, несколько дней после вскрытия нового пласта Угу. информации. Плющи, посмотри на меня, какой я. Мы были реально еще совсем дети. Ну, лет 12. Жертвоприношение ребенку. 8-12, вот так вот, да. Тебе 8, да? А чё я туда попёрся-то? Я не помню, что нам интересно было. Там сверху что-то такое прилетело, мы такого никогда не видели. Ты пошел смотреть, я за тобой, ты меня прогонял. Даже как камешком след бросал, что уходи. Я обижалась, обратно бежала следом. Ты меня прогонял, прогонял, а потом, наверное, смирился, что куда тебя денешь. Все равно я буду орать и бежать следом за тобой. Как не могла я без тебя, я не знаю почему. Ну, это ты не брат был. Ты рядом был, рядом жил, но не брат. А мне нужно было вот не со своими родичами там быть, а за тобой что-то ловила. Как у тебя там были, кто еще в родне был или нет, этого не запомнила. Мать помню твою и свою так немножко. Не какие-то такие отрешенные были, странные вечно. Ты меня прогонял, ты шел туда смотреть, что там такое, как большое, такое, как железное и круглое пролетело. Это было необычно, на нашей планете такого не было. Ты пошел смотреть, куда она упала или села. Тебе было интересно, что там. И перед тем ты цеплялся, как вроде много людей пропало. Ты ходил, всем рассказывал, что все пропадают, тот пропал, туда все от тебя отмахивались. Ну, во-первых, молиться еще, ну, что такое 12 лет. А во-вторых, да, отстань ты, мол, типа, ну, не до тебя тут с твоими этими. Никто никуда не пропадает, никто никуда просто не девался до этого, ну, как бы. Не было таких причин, чтобы кто-то куда-то девался. Ну, отстань, все нормально там где-то. Но пошел ты смотреть именно эта штука какая-то. Ты на Что-то нее дома были. круглые. Из чего? Фиг его знает из чего. Круглые какие-то. Они непрозрачные, плотные, круглые. Какой-то говна какой-то, глина. Да, да, что-то такое. Как яйца. Да. Не помнишь? Не помню, щелкающий какой-то, но не помню. Не, наоборот, не щелкающий, такой какой-то. Ля-ля, вот такой мягкий слишком. Знаешь, как вьетнамский какой-то, вот что-то Ну, вот. на дюне муабтхэхип. Угу. Вот такие вот. А там наоборот такое пиво. Рубленые такие. А там певучее что-то такое. Мягкие звуки и певучие. Ты сидел там долго на эту штуку, смотрел, тебе было интересно, что там происходит. Там что-то носили, выносили. Я сразу с тобой сидела, смотрела, так как на корточках, знаешь, так села. И... А потом мне надоело. Начала лазить, там где-то мишки. Но это далеко было. Это нужно было как полдня туда бежать. Это не то, чтобы рядом. Если бы рядом, я, может бы, вернулась. Может бы, мне надоело уже. Потом мишки там какие-то. Я полезла куда-то смотреть. И на меня пришикнул, чтобы я не лезла никуда. Потом я голодная. Давай эти ягоды. Ты как-то понял, что нельзя их кушать. Потому что, когда их кушаешь, включается вот эта волновая активность. И тогда и ты говоришь, нельзя, нельзя. А я еще так психанула, что такое нельзя. Типа, вечно ты нельзя. Но все равно далеко не отходила. Давай рвать ты по рукам. Вот так помню. Камнем меня бросал, вот это помню, блин, что возвращайся домой. И как по рукам бил, что нельзя это есть. А я такая непослушная была.
Ну, ребенок. Сейчас не сильно поменялось, понятно. Как поймали-то нас? Не первый же раз. Чего мы еще выпились? Не первый раз. Вот когда мы туда шли, ты меня на спине через болото переносил. Там какое-то болото было, то место, где они жили, оно такое было, туда люди не ходили. Оно такое, как, знаешь, как вот запретное было. Там какое-то болото, что-то такое. Ты меня еще на спине переносил через это болото. Потому что я боялась. Я не могу вспомнить, как поймали. Только я помню, что я уже была там, когда ты появился. Сетка какая-то прям впивается. Меня первые поймали. Так голова чуть не сломана, вот так прям Закинута. да. Это помню. Что-то черное большое. Ну жуки. Жуки черные большие. И вот ничему жизнь не учит. Тогда ритуал сломался, они его повторяют. Они в религии впихнули эту идею жертвоприношений, добровольности. А барашки, вот они же не защищаются, они добровольные. Вот в идею барашек, а барашек тоже себя сведут. Дети тоже, они же не, по сути, добровольно. Они не представляют всего этого, поэтому не могу сказать ни да, ни нет. Значит, по дефолту добровольность. Сталина они тоже ритуалы потом всем людям скормили, сожгли и органы взяли. Тело лежало, а люди по нему ходили. Тоже добровольность людям. То есть они усиливают. И ломает этот механизм Да, и жертвоприношения. ты как частицу души отдал этому серому. Но мы ее забирали уже, по-моему, чтобы меня вытащить оттуда. Потом серому, да, это Да. тоже к этому королю мертвых. Но мы, по-моему, уже забирали это у него, когда тогда его видели. Ну, это последнее, что он видел. Теперь понятно, все просто так складывается, знаешь, как патлики. Почему ты мог выйти, а я не могла? Потому что ты по другому принципу умер, чем я. Я должна была стать как все зомби, но у меня тут немножко душа была другая, меня не смогли Трое, скорее расследить так. всего, да. Поэтому мы были связаны. Поскольку, по сути, на одном уровне, то я тоже не мог уйти без тебя. Просто не мог. Ну, наверное, мог бы, но Ты бы не ушел. все равно бы стал. Ну, естественно. Куда без тебя-то? Сколько мог, перебил, надоело. Решил, что проще договориться. И потом, когда начал восстанавливаться, то он и приперся. Не должно быть миров мертвых.
должны идти на инкарнацию. Да, естественный процесс. Спроси у синего, есть где-то еще такие миры мертвых? Говорит, что да. Сколько? Говорит, что несколько миллионов. Круто. Сделаем штуку для зачистки. Сколько из них создано роем? Еще один. Ну, на фиолетовый мы не зачистили. Спроси, где. Как вы помните, какой вселенной? Он показывает палец. Что ты видишь? Вселенная такой длинный, как колбаса по форме. Фиолетовый, да? Ладно, зачистим попозже. С остальными потом разберемся. Несколько миллионов — это немного. Из дуодециллионов